Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем стартовал. Теперь китайские туристы снова могут посещать Приморье, а приморцы – Поднебесную в составе групп без получения визы. Как рассказали в Краевом агентстве по туризму, возобновление безвизового сообщения обеспечит рост туристического потока в оба направления, а также благополучно скажется на экономике региона. В том числе безвизовый турабмен положительно отразится на малом и среднем предпринимательстве Приморья. Край готов к приему гостей. Мы готовы принимать китайских туристов и по безвизу, и, как вы наверняка могли заметить, по визам, потому что уже сейчас и в Владивостоке, и в Приморском крае очень много китайских туристов. Для нас, в принципе, введение именно безвизового режима там, в технологии приема китайских туристов, строго говоря, ничего не меняет, потому что наш край – это третий по числу китайских туристов регион в России, если брать доковидный период. И опыт никуда не делся, и у туроператоров, и у гостиниц, и у заведений общественного питания. Мы давно ждем, мы готовы. Напомним, Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. В 2018 году регион посетили 4,5 миллиона человек, в 2019 – 5 миллионов. После ковидных годов край начал восстанавливать турпоток. В 2022 году в регионе побывали более 3 миллионов гостей. В этом году Приморье планирует принять свыше 3,5 миллионов туристов.